22 ноября церковь празднует память святителя Нектария Игинского. Будущий святитель Нектарий родился в середине 19 века. В Большой он был пятым из шестерых детей греческой семьи. Родители воспитали его в благочестии и христианских традициях. Юный Анастасий, так звали святителя до монашества, рано начал работать. Семья была очень бедной, и Анастасий не мог купить себе необходимую обувь и фартук. Мальчик нашел листок бумаги и написал письмо Господу с просьбой помочь ему в покупке вещей. По дороге на почту Анастасия встретил знакомый торговец и предложил ему сам отправить письмо. Когда торговец узнал, кому оно адресовано, тут же отправил ответ – несколько трогательных слов и нужную для покупки сумму денег. Искренность и любовь к Богу были главными качествами святителя Нектария, но ложь и клевета преследовали святителя всю жизнь. По ложному обвинению он был лишен места служения, долго скитался, брался за любую работу и никогда не отвечал обидой на обиду. Никто из обращавшихся к нему людей не уходил без утешения. Святитель скончался от онкологического заболевания, поэтому возникла традиция обращаться к нему за молитвенной помощью в тяжелых болезнях. Святитель Нектарий не перестает помогать всем, кто к нему обращается и сейчас.